Приветствую вас, и давайте попробуем подумать с вами так. Какой мужчина будет оскорблять женщину, говорить, что она его недостойна, говорить, что сама женщина плохая, там, страшно и так далее. Наверное, так будет говорить себе мужчина, который не уверен в себе. Наверное, так будет говорить тот мужчина, который в женщине видит для себя опасность, видит для себя угрозу. Наверное, так будет говорить такой мужчина, который за счет женщины стремится, ну, скажем так, чего-либо добиться, что-либо достичь и так далее. То есть, это мужчина, который имеет некоторые проблемы. И скажите, пожалуйста, теперь вы, имеет ли смысл, имеет ли какую-то целесообразность прислушиваться к мужчине, у которого имеет место быть проблема? Думается мне, что нет. И тогда зададим себе такой вопрос. Почему вас это волнует? Почему вас беспокоит то, что мужчина нелестно отзывается о вашей внешности? Чем вызвана подобная реакция? Вы не уверены в себе? У вас есть некоторые проблемы с самолюбием, с гордостью. В чем вы сомневаетесь конкретно в себе? Вот об этом нужно поговорить. Потому что, чтобы мы вам не сказали, вы все равно будете думать о себе так, как вы думаете сейчас, и вы все равно будете считать, что мужчина, который вас оскорбил, ну, он в некотором роде произвел оценку вас. На самом деле, это не оценка с его стороны. Это реализация того негатива, который у него есть. У него был изначально до встречи с вами. И если мужчина не умеет вести себя с женщиной, если мужчина использует в ее адрес какие-то грубые выражения, то не дать не взять, это человек, который страдает комплексами, но не осознает этого и выбирает самый простой способ их купирования, а именно принижение одного человека, в данном случае вас, и возвышение за счет этого себя самого. Вот вы и попробуйте спросить себя, а для чего же ему, такому хорошему, такому идеальному, такому правильному, умному, интеллигентному, такому красивому, зачем ему вас обижать? Зачем ему вас оскорблять? Для чего? Ну, наверное, мужчина хочет чего-то доказать.
И вот возникает вопрос, а кто больше всего нуждается в доказательствах чего-либо для себя? Ну, наверное, только неуверенный в себе человек. А раз мужчина в себе не уверен, то он в силу наличия у него гордости, болезненного самомнения, как правило, повышенного самолюбия, самовлюбленности, он будет всех вокруг, тех, которые несут для него угрозу, по его мнению, он будет стараться представить в негативном свете, чтобы на их фоне казаться лучше. И все это означает, что вы не являетесь тот, кем он вас считает. Вы такая, какая вы есть. Прекрасны, по-твоему очаровательны, обаятельны. Но если мужчина сам с собой не ладит, а он не ладит с собой, раз оскорбляет вас, то вы для него напоминание о его неуверенности. Вы для него почти стопроцентная гарантия того, что он выставит себя на посмешище, что он опозорит себя, принизит. И он просто пытается опередить события, чтобы это сделал он. Не вы, по его мнению, а он. И проецирует свои проблемы на вас. А вот почему вы в себе сомневаетесь, это большой вопрос. Я думаю, нужно здесь подумать, почему вы не уверены в себе, не уверены в своей привлекательности, почему вы сомневаетесь в себе, как давно это у вас происходит, с какого момента началось, и в чем именно вы себе сомневаетесь, и в чем именно вы сомневаетесь касаемо себя. Эти моменты нужно проработать в обязательном порядке, чтобы всякие вот такие личности, как мужчины, которого вы описываете, не портил вам настроение и не заставлял сомневаться в том, что вы самая красивая, самая лучшая. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.